А что, кто подает, наверное, кто по центру? Давай я сейчас подам. Кто по центру подает? Я потом. Сами, крайний. Главное, все по очереди. Да, ну я очередно. А расстановки никак нет. Давай одиночку. Тут остается в шестом номере расстановка. Да, короче, Влад сейчас шестом. Да, кто подает, тот 6. Да, это проще. Да, не будем там. Сейчас разобраться в команде. Да, нет, кстати, ты молодец, можно быстро побежал, я тебе дал карантин. Если я не трогал, то сами успели. Ты Ваша, я Владик. Попозже, Лёх. Барана, смотри, это, поправку сделай на время. Она я в 6. Чеф 6. Спасибо. Не-не-не, надо кидывать. Сыграй.
влезла. Хорош. Попадал? Блядь, наверное, да, все-таки. Ну, прям, вот знаешь, вот сзади можно. Вадик, если чем не кидай, то я могу сработать. Ну, ладно, туда. Ладно, пошли просто. Так у нас идет игра на третьей площадке. Парковый волейбол. 4-4. Выйди, выйди, не надо.
Хорошо. Хорош играет. Я без меня. Двоечка, просто. Хорош. Есть игра. Наш. Один. Хорош. Играем в тайм-аут. Давай. Я на блоке. Смотри, имею. Разберитесь, да, что на блоке. Я всегда там, Лёха. Да, давай так. Давай подальше. Давай, шестой. Вы подавали, мы подаем. Нормально, вот так. Стараюсь прям.
стоит. Ты играешь сзади. А пацаны спереди, скидки. Лады идет. Давай. Значит, смотри. Это смотреть внимательно. Хорош играй! Там, там же лёг. Блядь! Мое, мое. Как по имени? Лобанов, а Алексей. Алексей, да. Лобанов, Алексей, не подай. Почти как пляж. Зачем как пляж? Пляж играет 2 на 2, и там играет 2 на 2. Да, попробуем. Как ты говоришь, что делали даже старший волейбол, чтобы сами играть в команде, которые играют. Играй! Хорош! Играй! Я! Один! Выбирай! 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 Выбирай!
ты быстро. Давай. А мы ждем на блоке, чтобы... Ой! А я кадр, наверное. Вот смотрите, вот эти камеры еще снимаю. Хорошо! Хорошо! Вот это место почему-то очень косое, не знаю, эти перекошенные. Можно, конечно, и здесь. Давайте здесь попробуем, чтобы кадр не было. 9-9 чек. У нас 8 человек наблюдают эту игру. 10-9 команды МГУ выигрывают во второй партии. Первую партию тоже она победила. Играет до 2 побед в партии. Ну, так же, как в пляшке. Алексей Скалобанов. Оп. Мяч в ауте. Три класса стоит, молодцы, поставьте еще. Нас так мало, в принципе. Сколько тут? Сейчас 9 человек. Хотя, видите, кроссовках, но кроссовки не помогают. Алексей Скалобанов, команда ИГУ. Один решил играть в кроссовках, остальные играют босиком. Как вам, поближе может поснимать? Издалека ему не очень хорошо. Напишите свои мнения. Поближе подойти, там интереснее было, когда снимал прямо у сетки. Ребят, ближе снимать или здесь остаться? Неподвижный точно, статичный. Приложился. Владеев атаковал. Сильный удар. В итоге мяч приземляется на площадке атакующей команды. Смотрит вот эти 6 человек, да? Это город Иваново или какие вообще эти регионы наблюдают за игрой? И еще одно очко. Давай. 13-11. Давай, держим. 13-11. Вот эта игра будет целиком. Потом я сделаю паузу и уже следующую трансляцию сделаю на канале. На канале Евгений Боярщик. Давайте так. Сейчас пускай это будет канал. Мы играем в волейбол. Может, конечно, на канале еще мяч. Давайте, ладно, на канале Евгений Боярщик. Там побольше зрителей, соответственно, побольше общения. Вань, тебе что, мяч, сучки надо, что ли? Можно девчонок надо поснимать вам. Пляжный волейбол. Там 6 пар играет.
и определяет лучшую пару. Ты девушка, ты женщина, я так сказал. Давай, разбей, У нас 6 человек наблюдают эту игру. 12-14. Команда Ильгу проигрывает. Так вот, Алексей, давай. О, хорошо. Хорошо. 1-1. Да. У вас борьба. Зря я сел, все. Думал, выиграем, блин. По счету 7-9. Игрок команды Хайдук. Югославия. Давай, 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 давай,
Сейчас кто пасуется, если что? Я пасую. Оп! Молодцы! Всё, съём. Давай, подальше, подальше держите. Ну так, давайте и поставать. Чуть звук хочет. Все, спокойно.
12-7. Мама хочет, чтобы я между руками проваливался. В общем, на этой площадке будет игра за третье место. Вот на центральной площадке, там я заснял одну игру. Стрим я там не делал. Даже не одну игру, одну партию. Ну, вот он. Мяч в сетке. 13-7 впереди команды СБУ. Потом будет следующая игра. Драконий Хайдук будет играть с командой. Особенно команды, название узнаем потом. Жадничал Алексей. Алексей Склобанов. Играл в Нижнем Новгороде в свое время. А здесь другой Алексей. Рыдлик. Алексей. Команда. СБУ. Ой. 14-8. Контрольный мяч. Сетбол. Регион предлагает побороться. Посмотрим, что получится из этого предложения. Приемчик есть. Ну давай, Леша. Вот мяч в поле. 9-14. Стараюсь финал. Ну только смотрите, финал будет где-то, наверное, не знаю даже во сколько. Пока тут они сыграют между собой, да еще подъем банки. Стараюсь. Хочу заснять на камеру еще. Так. Привет. На посту. Да, снимаем, снимаем. Лиша зарывает. 14. Первым счет-то. Команды в ГУ выигрывают. Yes! О, мяч в поле. 11-14. Они также до 25 одну партию забили. 15-3, да? Угу. Еще до 21 одного одну. Так вот, ну, у них там 6. Подай мне. На одной площадке. Посмотрим, будет ли атака, да? Ну давай, Леша, это неудобно. Обманный удар. 15-1. 2-1 в пользу ЕГУ.